как же хочется спать. Ребята, привет. А где Свич Биби и Страт? Тичер Спэт, я не знаю. Она обычно никогда не опаздывала. Так, интересно. Мне тоже никто не предупреждал, что она не придет. Значит, она не болеет. У нас сегодня очень важная контрольная. Так, у нас еще есть 5 минут. Подождем. Как же я хорошо выспалась. Интересно, сколько сейчас времени? Так, пойду посмотрю на телефоне время. Уже без 5:08! Нет, что же делать? Скорее собираться. Где моя одежда? Я так сильно опаздываю, еще до сих пор в пижаме. Надо скорее переодеваться. Так, что же мы сегодня оденем? Платье не хочу, купальник это не для школы. А, вот моя кофта и вон те шортики. Так, теперь ботиночки. Вот я и собралась, оделась. Теперь где-то моя пижама. Ой, разбросала на полу. Ну ладно, потом приду со школы, обязательно соберу рюкзачок. А вот мой рюкзачок. Как же хорошо, что я все свои вещи, тетрадки, книжки складываю с вечера. Алло, Свич Биби? Ты где? 5 минут до начала урока. У нас сегодня важная контрольная. Страт, привет. Ты представляешь, я проспала. Я не знаю, что сейчас мне делать и как успеть. Я знаю, как тебе помочь. Так. Поднимись на 3-й этаж. И там в комоде есть волшебная помада. Когда ты ей накрасишь губы, то к тебе на помощь прилетит питомец большой. Он поможет тебе, он домчит тебя в школу за 1 секундочку. Так, подняться на 3-й этаж. Поеду на лифте или по лестнице? Нет, на лифте. Так, где-то здесь в комодике волшебная помада. Так, где? Может быть, в этом ящике? Давай, открывайся. Нет, не здесь, здесь только какие-то кисти. Ладно, посмотрим дальше. О! Вот она, помада! Да, сейчас я накрашу губки. И должно случиться что-то невероятное. Так. Ну все, теперь я накрасила губы. Интересно, сколько ждать? Я же опоздаю. Ой, какой ты большой. Привет, Свич Биби. Меня зовут Банни. Зачем ты меня вызвала? Мне? А тебе рассказала Страт. Я просто опаздываю в школу. Ты мог бы мне помочь, пожалуйста? Я никогда еще не опаздывала. И мне так стыдно. Просто доставить тебя в школу? Это легче самого простого. Я умею очень быстро летать. Полезай на меня. Ух ты, как же тут на тебя залезть? На хвостик, что ли? Ладно, я сейчас как-нибудь размещусь. Ну что, ты готова? Да, Банни, я готова. Держусь. Полетели. Ну вот мы и прилетели. Дальше мне нельзя. Ой, Банни, спасибо тебе большое. Давай, слезай с меня скорее. Да, сейчас. Спасибо тебе большое. Пока, обращайся. Да, обязательно, пока. Тичер Спэт, здравствуйте. Извините меня, пожалуйста, за опоздание. О, здравствуйте, Тичер Спэт. Ты знаешь, ты совсем не опоздала, как раз успела. Только что прозвенел звонок. Присаживайся на свое место за парту, и мы будем писать с тобой контрольную работу. Да, конечно. Наконец-то ты пришла. Да, мне очень помог Банни. Спасибо большое, что ты мне рассказала про него. Да, он очень шустренький. Он всегда мне помогает. Это все волшебная помада. Девчонки, а ну-ка, цыц. Не разговариваем. Друг дружке не подсказываем. Задание на доске. Да, хорошо, извините, пожалуйста. Извините нас.